Доброе утро всем! Очередной день в рамках программы 100-дневный воркаут. Очередная новая площадочка у нас сегодня. Вот так она выглядит. По сути, здесь есть только несколько турников, и то некоторые из которых установлены довольно криво. И скамейка, и все. Ну, мне не судьба не потренироваться, потому что сегодня у меня день отдыха. Сегодня открытая тренировка патриотов. Сейчас я поеду за Саней, конечно. Еще солнышко не видно, но будем надеяться, что скоро погода распогодится и можно будет нормально потренить в нескучном саду. Собственно, следующее включение будет уже оттуда. Увидимся. Ну вот мы и на площадочке в нескучном саду, опять на тренировочке у патриотов. Что будет делать Саня сегодня, я пока не знаю. Я буду делать 500 отжиманий от пола. Сразу их расскажу, потому что холодно на улице и может сесть батареечка на камере, и мы ничего не запишем. Поэтому сначала делайте 3 подхода по 40 отжиманий с ногами на вот этой штуке, то есть с возвышенности. Это 120. Затем мы делаем 3 или 4 сета, в зависимости от того, делаем по 60 или по 80 повторений в каждом сете, это зависит от уровня. Мы делаем 20 плиометрических отжиманий. Ну, там 15-20 плиометрических, 15-20 с опорами руками на скамью, 15-20 с опорой ногами на скамью и 15-20 обычно. Прям минуту-две отдыхаем в зависимости от уровня. И вот так вот делаем 3 или 4 круга, чтобы в сумме получилось, соответственно, 240 повторений. 240 плюс 120 – это сколько? 360. Нет, что-то мало получается. 160. 240 плюс 160. Получается 400. И остается еще 100 повторений. Это мы делаем 20 в подходе. Вот таких вот глубоких, то есть. Вот на эту штуку сюда ставите руки, сюда упираетесь ногами и делаете глубокие отжимания. 20 повторений в подходе, 5 подходов, это еще сотка. В сумме у вас получается 500 отжиманий за небольшое продолжительное время. Очень удобно, быстро. Потренили грудак, потренили трицепс. Все то, что нужно. Если останутся еще силы, то будем делать еще. Но пока такой план. На брусья идешь, да, так? Да. Одухотворенно. Ну давай. Да. Ну на видосике увидишь. Да вроде нормально. Так, в первом упражнении мы сделали 4 подхода, 40 повторений, в сумме 160. Сейчас мы переходим на второе упражнение, как я уже сказал. Будем делать по 15-20, я думаю, делать по 20 повторений. Вот, в общем, объясняю суть, что ты будешь делать. Ты делаешь 20 отжиманий полиометрических, делаешь полиометрические, от которых отталкиваешься чуть-чуть. Тем делаешь 20 от скамейки, руки на скамейке, тем ноги на скамейке, руки на полу, еще 20. Ну, 15-20, и еще 15-20 обычных. То есть, если тебе 20 тяжело в каждом, то делай по 15. Вот наше второе упражнение. Нет, начинаешь ты с плиометрических. От пола. Но отталкивайся. Как с хлопком, только не делай хлопок. Понял, от пола сейчас делать? Да. Давай, делай 20, но отталкиваешься. Можешь чуть-чуть отталкиваться? Так, что ли? Нет, подлетать. Вот, да, вот таких... 15, ладно, тебе 20 будет тяжело, давай 15 таких. Теперь 15 от скамейки. Нет, просто. Ну и дыши правильно, не забывай этого. Ну и следи, чтобы не перетрудиться тоже. Да.
Теперь ноги на скамейке и от пола руки. 15. Ну, постарайся, это уже от тебя зависит. Что ты делал? Ну, давай, добей. Ну, можешь в следующем сделать тогда по 10, по 10, 15 много, я просто не знаю, твой уровень вообще. Доделал? Еще 5. Еще 5, ну давай. А, да, давай ты общий ход и сделаешь. Давай, ну сейчас он сделает круг тогда. Ну подожди. Ему все осталось 25 повторений. Нет, 20 повторений. Все. Ну все, теперь от пола осталось. 10? Нет, просто от пола. Еще... Ну ты еще тот круг не закончил, да. Ну хочешь 15, хочешь сделать 10. И нам надо. Нам надо делать общее фото просто. Давай, давай, еще. Все сделал. Что все? 5. Осталось 5? Подтягивай, делай. Давай, давай, пятерку и сделай фотку. И вот таких будет всего у тебя, ты один круг сделал, это касается еще 3 круга. И ты отдыхаешь, пока я делаю. А я буду отдыхать, пока ты делаешь, поэтому. Лучше, конечно, было бы, чтобы ты по 15 делал, ну ладно. Все? Нормально. Вот такой вот, вот такой вот комплекс. Вот так вот потренили. Кое-что пошло не по плану, потому что оказалось, что отжимашки 4 по 20 это очень тяжело. В итоге я сделал один круг по 20, второй круг по 15 и еще 5 кругов по 10. Все получилось на 100 повторений больше, чем я планировал, но ладно. И глубокие, глубокие отжимания. Тоже оказалось тяжело делать забитым, поэтому вместо 5 по 20 сделали 10 по 10, 10 с чем-то повторений. Вот такая вот тренировка на отжимания. Собственно, все, кто спрашивал, чем я занимаюсь, кроме 100-дневки, вот и делал такие программки. Думаю, что на грудак это хорошо. И все, увидимся завтра на новой площадке, будем делать круги. Так что, пока.